Смотри, наша задача вывести страницы, которые уже находятся по определенным словам, вывести в топы. То есть, например, страница мод для полных. Я взял твой файл, провел текстовый, сделал текстовые фильтры. Вот, видишь, я зашел на этот файл. Меня интересует страница, которая находится по более чем двум запросам. Ну или двум хотя бы. Я зашел, вот захожу сюда. Категория Man Fashion. Так, мы исправили вроде это. Вот категория. Так, сейчас модные кардиганы. Проверяю так. Кардиганы 2014, кардиганы. Так, это нормально, все у него хорошо. Видишь, все на втором местах. Мы забиваем на этот. Идем на следующую страницу. Категория мод для полных. Берем текстовый фильтр. Содержит. Смотри, эта страница находится по вот следующим запросам. Нас интересует, естественно, нас интересует, какие ключевые слова мы можем ставить на эту страницу, чтобы все было пучком. И как изменить тайтл. Как изменить тайтл, я сам тогда напишу. Вот, но на тебе важно, как его написать, какими словами нужно добавить. Вот смотри, что я делаю. Я беру. Пишу текст. На странице мод для полных требуется дописать ключевые слова. И смотришь. Мод для полных 2014 фото. 10-е место. Слово фото там нету. Мода весна для полных 2014. 11-е место. Достаточно будет включить в тайтл вот это ключевое слово и в текст уже как бы будет все круто. Поэтому я вот сюда пишу. Поэтому я сюда пишу мода. Сейчас беру. Так, смотри, беру и мода весна 2014. Беру вот так и копирую. Мода для полных весна 2014. Мода для полных фото 2014. То есть тоже. Тоже пишу вот так. Здесь мода для полных женщин лето. Лето, ну, лето пока рановато. Сейчас зимой не можем распрощаться так. Мода для 2014 для полных, это по сути масло масляное, я бы не стал бы как бы писать под этот текст. Это нужно вот под это купить ссылок. Поставить ссылку с внутренних страниц, кстати. Вот. Это тогда другая задача. Так. Смотришь. Мода лето рано. Лето рано. Весна лето. Мода весна лето для полных. Поставь. Вот. Вот, нужно требуется на этой странице следующие ключевые слова. Смотри, как я подбирал. То есть я не смотрел, Олег. То есть я не... Те, которые повторы или неактуальные запросы, я не делал. То есть лето пока не делал. Еще модная одежда для полных женщин 2014. На 30-м месте. Да, в принципе, да можно ставь и все. То есть ничего страшного не будет. Раз. Соответственно, твоя задача пробежаться по всем тегам. Так. Вот. Пробежаться по всем тегам. Все. И составить по всем, тебе пробежаться по всем страницам, которые находятся по двум и более запросам. Не обязательно.